Два века служения отчизне верой и правдой. Внутренние войска МВД России празднуют 201-ю годовщину со дня образования. В Заречном торжество состоялось в Центре здоровья и досуга. Немало теплых слов, пожеланий, напутствий прозвучало в адрес тех, кто стоит на страже порядка, бережет мирную жизнь и покой горожан, обеспечивает охрану режимных объектов. В ходе случая хочу поблагодарить вас всех за службу и пожелать, чтобы вы впредь являли собой для наших горожан, для всех хозяев, образец воина вооруженных и правоохранительных сил России. Желаю вам крепкого здоровья, успешной службы, благополучия в семьях, мирного неба над головой. С праздником вас! Большое вам спасибо, в первую очередь, конечно, ветеранам, которые поставили здесь эту службу. В дальнейшем, конечно, молодое поколение это все приняло и достойно несет охрану освобожденного объекта. Низкий им поклон. Ну, а вам, молодым, хотелось пожелать, чтобы вы традиции своих отцов и дедов продолжали также достойно несли службу. От себя лично поздравляю вас с нашим праздником профессиональным. Днем утренних мой. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия, мирного неба над головой. За отличие в службе лучшие были отмечены медалями МВД России. После торжественной части виновников торжества поздравили творческие коллективы города. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».